К другим темам. Сегодня новоуренгойские выпускники написали завершающий единый государственный экзамен по предметам на выбор. Проверять свои знания пришлось по двум дисциплинам – химии и обществознанию. Они достаточно популярны среди учеников. Только в четвертой школе обществознание сдают 117 человек, ну а химию выбрали 80 одиннадцатиклассников. Юлия Шнайдер следила за ходом последнего экзамена. Ей слово. Здравствуйте. Не забываем, что ведется видеонаблюдение, все средства связи запрещены. Предельная бдительность организаторов чуть ли не с самого порога. Процедура проверки паспортов – дело первой необходимости. Сдавать единый государственный экзамен самостоятельно должен каждый выпускник. Нерадивым школьникам не дается ни одного шанса списать. После строгого контроля встречающих ждет рамка металлодетектора. Обмануть ее и пронести телефон в аудитории невозможно. Впрочем, рисковать своей судьбой выпускники не решаются, знают, если на экзамене обнаружится хотя бы одно нарушение, результаты аннулируют. Я думаю, что обучающиеся, выбрав определенный экзамен, долго готовятся к нему и сдают достойно, в меру своих сил. Думаю, что достойно. На столах выпускников ничего лишнего, пара запасных ручек, паспорт и черновик. У каждого ученика свой порядковый номер. Следят за проведением экзамена в аудитории два человека – организаторы и практически невидимое электронное око. Камеры слежения установлены в двух точках класса. Их включают в 9 часов утра. Все по регламенту за час, в штабе ППС за 2 часа, в аудиториях за час и выключается по окончании экзамена. Могу предполагать лишь, что это дополнительное напряжение. Следят за соблюдением всех норм не только в аудитории, но и вне учебного класса. Напротив каждого кабинета специально подготовленные педагоги. Чаще всего представители разных школ. Находиться в одном пункте проведения экзамена знакомым между собой сотрудникам запрещено. Функции наблюдателей хоть и простые, но ответственные. Сопровождать ребенка в туалет, либо в медпункт. Все. Следить за тем, чтобы он ни с кем не общался по дороге, ничего не доставал из карманов. Ну, то есть сопроводить его до того место назначения, куда ему надо. В нем находится наша кима. На написание экзамена по обществознанию учеников в запасе 3 часа 30 минут. Для того, чтобы ответить на все вопросы по химии, отведено чуть меньше времени – ровно 3 часа. Впрочем, некоторые выпускники справляются раньше. Я надеюсь на положительные результаты. Естественно, мне нужны высокие баллы для поступления в институт. Вообще экзамен был несложный, поэтому я надеюсь, что написала хорошо. Некоторые были вопросы сложные. Ну, точнее, не сложный, просто там больше сомневался, я не знал, какой именно там. Очень похожи были варианты ответов. Поэтому были сомнения, но того, что я не знал, не было такого. Я думаю, я написал в целом хорошо экзамен. Я был уверен в себе, задания были вроде бы нетрудные. Я до этого занимался с репетитором, ну, готовился к экзамену, поэтому он не очень трудный показался. Экзамены сданы, теперь остается не менее трудное – ожидание результатов. От количества полученных баллов зависит будущее поступления в ВУЗ. Уже через 10 дней станет известно, кто подошел к экзаменам более ответственно. Юлия Шнайдер, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».